конце ноября, в начале декабря прошлого года состоялся первый сезон работ Нубийской археолого-антропологической экспедиции научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова. Вот такое трудное название, но и, собственно, сам памятник, где мы работали, не из легких. Находится он на как следует из названия, в Нубийской пустыне. Нубийская пустыня ⁇ это часть Сахары, которая находится на границе между Египтом и Суданом. Она расположена на территории обеих, обоих государств. Как опять-таки следует из названия экспедиции, основной ее задачей является изучение археологических памятников и антропологии населения прошлого и настоящего Нубийской пустыни. Памятник, который мы изучали в сезоне 2017 года, расположен в Нубийской пустыне, в самом ее сердце, в Ваде Алаке. Ваде ⁇ это арабское слово, означающее сухое русло реки. Сам топоним в Адиалаке довольно хорошо известен русскому и особенно советскому человеку, потому что в 1961-1963 годах в Адиалаке проводил свою работу археологическая экспедиция Академии наук Советского Союза, которую возглавлял Борис Борисович Петровский. Это первое российская, советская экспедиция, работавшая на территории Египта. Работала она в связи со строительством Асуанского гидроузла, перед которым должно было возникнуть искусственное озеро Насар воды которого поглотили огромное количество памятников. И вот их изучением, фактически спасением занимались экспедиции многих стран, включая экспедицию Советского Союза. В, за три года были изучены многие памятники, расположенные в Ваде-Алаке. Было найдено много надписей, которые были оставлены древнеегипетскими экспедициями, которые посылали сюда для добычи золота, потому что Нубийская пустыня, особенно в Адиалаке, в древности и Средневековье было известно, да и, собственно, и сейчас известно прежде всего как то место, где добывалось золото. Существует предположение, основанное на письменных источниках, о том, что на территории памятника, который мы исследовали, на территории Дарахейба в период правления Сети I, фараона Нового Царства, располагался располагалось поселение, где жили золотодобытчики. Существует другое предположение, высказанное итальянскими исследователями, о том, что в греко-римский период, период, который охватывает 4 век до новой эры, до 4-5 веков новой эры, на территории Дарахейба находился город, который по письменным источникам известен как Береника Панхрисос, Береника Золотая, который также был центром золотодобычи в Нубийской пустыне. Очень хорошо известно это место под именем Алаки из средневековых арабских источников. Опять-таки здесь находился крупный центр золотодобычи, но не только. Алаки был известен, этот город был известен еще и как крупный торговый центр, потому что находился в, самом, в самой середине торгового пути, который шел от красноморского порта Айзаб до Нила. По этому пути шли караваны, груженные товарами, доставлявшимися в Айзоп морским путем. В первую очередь это пряности из Индии, Благовоние из Йемена известно также по письменным источникам и по археологическим находкам о многочисленных товарах из Китая. Это в первую очередь шелк и керамик. Вот все эти товары шли по караванному пути от Красного моря до Нила, там их перекладывали на речные суда и доставляли уже в Средиземноморские порты Египта, оттуда они расходились по всему арабскому и средневековому европейскому миру. Кроме того, Алаки был крупным центром на пути движения паломников в хадж. Как известно, хадж – это одна из основных обязанностей любого мусульманина. Так вот, в XI-XIII веках мусульмане стран, мусульманских стран Магриба, Египта и Исламской Испании предпочитали отправляться, двигаться в хадж, достигать Мекки, двигаясь, поднимаясь по верх по течению, по Нилу, до одного из верхних египетских городов, это Асуан, Кус или Кена, и оттуда по пустыне, достигая Айзаб, переправляться через Красное море до порта Джидды, а оттуда через сутки они уже попадали в Мекку. Вот такой вот интересный памятник мы выбрали для своих исследований. Две недели прошли очень быстро и были выполнены все задачи, которые стояли перед экспедицией. Стало понятны задачи на будущие сезоны и стало понятно, что будущие сезоны необходимо проводить и можно проводить, потому что изначально мы не были уверены, найдем ли мы там источники пресной воды, насколько это вообще безопасно, не было понятно. Вот. Но две недели, проведенные на памятник, показали его огромную перспективу с археологической точки зрения. Как я уже говорил, на памятнике не проводились до настоящего времени систематические археологические исследования, только кратковременные разведки и в XIX веке этот памятник посещали путешественники, которые оставили свои заметки. То, что мы видим, это слои, археологические слои средневековья, приблизительно 9-14 веков, прекрасной сохранности архитектуры. Можно выделить три основных составляющих части памятника. Это, собственно, городище, которое вытянулось вдоль вади приблизительно на 500 метров. Крупное поселение, разделенное дорогой на две части. Видны прекрасно сохранившиеся жилые кварталы, культовые сооружения. Вторая часть это так называемые крепости, одна из которых действительно. Это показали исследования. Вот, сезон 2017 года действительно является серьезным фортификационным сооружением. А вторая, вторая крепость скорее всего является укрепленным караван-сараем. И третья часть памятника это, собственно, шахты места золотодобычи, которые нам пока не удалось идентифицировать. Это станет задачей на будущие сезоны. Уже в ноябре. В декабре 2018 года планируется большой сезон археологических исследований и выезд уже большой группы специалистов из Московского университета и других научных организаций на этот памятник.